Угадай персонажа по звуку! Ого! Такого мы давненько не делали! Ну-ка! I think there's some monkey business going on around here. Парни! Кто знает, кто это? Борис, ты что, не слышал, что ли? Он ведь там-то рассказал monkey! Это обезьяна, то есть это Мика номер 4! Ух, хорошо хотя бы то, что я это услышал! Нифига себе, Кубик! Ты как вообще это сделал? И это что, будут такие сложные задания? По всей видимости, да. Ладно, хотя бы с первым мы справились и получили первый балл. Угадай Брамлера! Чего, блин? И как это можно решать? Сёма, я походу понял, нужно просто расфокусировать зрение, и я сразу понял, что это Фэнк. Это было на самом деле очень легко. Чего, блин? Ты как вообще это сделал? Даже я не понял. Хорошо хотя бы то, что я успешно разобрался, и вот такая вот у нас была анимация с Фэнком в Бравле. Ха-ха, походу он попал в настоящую мусорку. Кстати, а я такой анимации не припомню. Угадай Бравлера по звуку. Дай-ка с этим заданием попробую разобраться я. Слушаем внимательно. И я думаю, это все абсолютно поняли. По последнему звуку было очень понятно. А, это чё, Брок? Сёма, это вообще-то Кольт. Правильный ответ номер 12. И скажу тебе по секрету, Брока здесь нигде даже нету. А, это чё, здесь получается все правильные ответы на картинке были? Да уж, Сёма вообще очень глупый. Угадай Браунера по картинкам. Ха-ха, и чё это может быть? Что за картинки? Наверное, какая-нибудь Пайпер. Сёма, ты чё, совсем что ли глупый? Какая нафиг Пайпер? Как она может быть связана с пирогом? Я думаю, что нет, это, наверное, какая-нибудь Пайпер? Сёма, ты как это сделал? Не знаю, я сам не понял. Чего, блин? Тебе, походу, просто повезло. Угадай Брамлера по звуку. Парни, дайте я попробую это сделать. Gift of darkness. Your soul is mine. Я, походу, понял. Да это же настоящий Мортис. Правильно, Борис, красава! Правильный ответ под номером 11. И Борис, конечно же, смог ответить и получил еще плюс 1 балл. Пока что у нас ни одной ошибки. Ага, только если бы не я, вы бы уже разочек точно ошиблись. Сёма, это просто была какая-то случайность. Кто быстрый, как молния? Чего? В смысле? Макс, Леон или Ворон? Так это же понятно. Ну и кто же? Конечно, Леон, он очень быстрый. Нет, Сёма, ты дурак, это Макс. Правильный ответ первый. Как ты мог нас чуть не подставить? А, ну он же вроде быстро бегает. Угадай персонажа по звуку. Сёма, вот тебе один раз повезло, больше ты отгадывать не будешь. Кажется, это задание прям супер легкое, и с ним справится даже каждый наш подписчик. Попробуй написать в комментах, что это за Бравлер. Ага, а время уже вышло. Угадай персонажа по голосу. Опа-на, это какой-то уровень немного необычный. Так, погоди. Вы серьезно? Тут же прям отчетливо слышно, что это далеко не робот, это просто маленький мальчик. То есть правильный ответ газ. В смысле, Кубик, а что если это Лу? Нет, это точно был не робот, я в этом уверен на все 100%. Ага, мы правильно ответили. Угадай персонажа по звуку. Так, слушаем внимательно. Ха-ха, вы же поняли, кто это? Да! Ну да, Борис, это было очень легко. Это Драка! Нет, это Эль Приво! Как его можно спутать? Да уж, Сёма, как ты вообще в том вопросе правильно ответил, я все еще не понимаю, потому что ты какой-то супер глупый. Это реально был Эль Примкин. А, да, а я только помню, как он все время кричит «Эль Приво!» Угадай персонажа по эмодзи. Сёма, скажу тебе по секрету, у каждого персонажа есть в Brawl Stars по несколько фраз, а это задание прям оказалось очень легким. Это, конечно же, газ. Кубик, ты чё, дурак? Какой газ? Ой, блин, перепутал, это же реально Эдгар. У меня просто газ в голове остался. Капец, как я только что чуть не зафейлился. А ты еще что-то на меня выпендриваешься. Как можно было перепутать Эдгара? Да я тебе говорю, я просто перепутал их имена. Угадай персонажа по звуку. Ха-ха, парни, дайте я это сделаю. Time. Invisibility. Time to brawl. Это вроде бы какая-то девчонка. Наверное, Шелли. Борис, это Леон. Ты что, дурак? Какая девчонка? Это просто парень. А, реально? Я даже этого не понял. И вообще-то он нам еще говорил одну очень важную фразу, которая обозначает невидимость. А,
Я этого не знал. Так, окей, идем дальше. И здесь нам нужно ответить на вопрос, когда разблокируется силовая лига. А когда она разблокируется? Наверное, на 4500. Не, это слишком много. 2500 кубков должно быть достаточно. Сёма, ты как вообще правильно отвечаешь? Да ему просто везет. Так, окей, слушаем дальше. Теперь нам нужно узнать, что же написано в игровом описании грифа. Дамагер или контроллер? Я вообще в душе не чаял. Пусть будет дамагер. Ну хотя... Блин, наверное, контроллер было логичнее. Ха-ха, лайк, если думаешь, что кубик, ну базик. Сёма, да я чё, знаю что ли? Я вообще не запоминаю описание бравлеров. Угадай персонажа по звуку. Всё с тобой понятно. Да я буду угадывать. Ну это легко. Это девчонка Эмс. Сёма, это самый первый бравлер в игре. Шелли, как её можно вообще спутать? Ты совсем что ли глупый? И если бы кубик тебя не исправил, ты бы точно ошибся! Не-не, я просто вас проверял! Вы чё, повелись что ли? Сёма, ты чё обманываешь? Я-то тебя знаю! Угадай бравлера! Ха-ха, это, наверное, самое легкое задание! Это, конечно же, Бул! Стоп, нам еще дают подсказки! Ну да, с подсказками здесь вообще очень невозможно угадать, что за боец! Ха-ха, кубик, наоборот, это было легко! Сёма, это была шутка! За кого бы ты лучше сыграл? Чего? Какой-то очень странный вопрос. Но я бы лично, наверное, решил сыграть за Мэг, потому что она сейчас чуть-чуть поимбовее. Вообще-то Амбер тоже имба. Почему все голосуют за Мэг? Наверное, она просто лучше. Так, слушаем дальше. Epic Quest Fail. Блин, а кто это может быть? Борис, ну я думал, что по голосу было очевидно, что это легендарный бравлер Драка. Ответ по цифре 7. Ого, реально, это оказался правильный ответ. Ну да, а вы что, сомневались? Хорошо хотя бы, что сейчас ответили правильно. Ага, и сразу идем дальше. Задания на самом деле какие-то очень странные. Теперь нам нужно оценить эту песню, окей? Ну, я бы ее, наверное, оценил хорошо. Окей, тогда нужно просто взять и написать такой смайлик в комментариях. Ого, это прям что-то очень необычное. Так, теперь слушаем внимательно задание. Вы серьезно? Ну тут просто по первой миллисекунде звука было понятно, что это, конечно же, бравлер Джеки. То есть ответ под номером 1. Ого, реально! Кубик, там было слышно, как она это асфальт сверлила! Ну да, спасибо, Сёма, мы это и так уже сами все, конечно же, поняли. Ага, самое главное, что правильно ответили! А теперь нужно угадать реальный голос Пенни, окей! Нет, это не реальный голос! 100%! А вот здесь я уже не уверен. Да, это он! Сёма, а мне кажется, что второй... Нет, кубик, я тоже на 100% уверен, что правильный ответ третий! Ну ладно, как скажете, и походу ответ реально оказался правильным, воу! Нифига себе, такого я вообще не ожидал увидеть! Ха-ха, кубик, а ты знал, что есть видео, где озвучивают бравлеров? Можем их посмотреть? Было бы очень интересно. Если бы ты хотел такой видосик, напиши в комментах, а мы пока что слушаем. Да уж, по последнему TNT было понятно, что это, конечно же, Динамайк. Ха-ха, ответ под цифрой 14. Это было легко. Как ты понимаешь, получили еще плюс 1 балл. Кстати, а вы же свои баллы считаете? Я, да, у меня уже целых 20. Сёма, это было 19-е задание. У тебя не может быть 20 баллов. Угадай бравлера по силуэту. Ха-ха, тогда сейчас будет, потому что я сразу понял, что это бравлер Роза. Ну да, и здесь нам, конечно же, еще не забыли добавить подсказки. С ними прям капец как легко. Здесь, наверное, самая главная сложность в том, что время проходит капец как быстро. Ага, и ты можешь очень долго вспоминать бравлера. Стоп, слушаем. Colorful demise. Yummy, gummy, what a dummy. Блин, парни, вы поняли? Я прям на 100% уверен, что это новенький бравлер Берри по цифрой 13. И, конечно же, это оказался правильный ответ. Блин, кубик, да как ты это делаешь? Я вообще не понимаю. Сёма, ты этому точно никогда не научишься. Еще плюс 1 балл. Ха-ха,
тогда идем дальше. Нужно угадать Бравлера по картинкам. О, я знаю, это Хэнк. Он надувает жвачку. Но у него нету биты. Поэтому это Бравлер Биби. Ведь у нее есть и бита, и жвачка. Блин, реально. А об этом я что-то сразу даже не подумал. Вот именно, Сёма. Поэтому нужно мыслить немножечко пошире. Ха-ха, я тебя понял. Тогда сейчас слушаю. I'm only here for the trophies. И кто это? Ну смотри, Сёма, у нас остается последняя девочка, которая находится вон в том углу. А, это Эмс! Спасибо, Кубик, за подсказку! Хе-хе, неплохо! Получили еще плюс один балл и угадали Эмс! Но если бы не мои подсказки, Сёма бы точно не справился! О, теперь нам нужно угадать какого-то взрывного чувачка! Хе-хе, это легко! Это, конечно же, Динамайк! Правда, его написали с ошибкой! Ага, посмотри внимательно на этот ник и подумай, что же здесь неправильного! А мне кажется, что все нормально! Нет, Сёма, потом комментарии прочитаешь и сам все узнаешь, как правильно напишется этот ник. А мы пока что слушаем дальше. Я прям это понял в самую первую секунду. Это же оказался генерал Гавс. То есть ответ по цифрой 5? Ну да, Борис, ты что, сомневаешься? Это вообще просто без вариантов. Я же говорил. Кубик, его вообще-то зовут Рафс. Это в английской версии Brawl Stars его зовут Рафс. А в русской Гавс. Ага, если ты этого не знал! Блин, а я реально не знал! О, дальше нужно угадать по эмодзи! Да это же Дак! А с чего ты взял, что это Дак? Ну, потому что он дракончик! Но еще есть второй эмодзи, поэтому это Бас! Да, ведь это дракон, который носит еще и очки! Вот именно, а у Дага никаких очков нету! Кубик, нам дальше нужно угадать оригинальный скин Мортиса! Это, конечно же, второй! Ага, а первый со шляпой дается дополнительно! Мы, конечно же, это... О, чего? В смысле? Ха-ха, походу вас заскамили! Ага, и я сейчас вообще нифига не понял. Так, теперь слушай внимательно голос Пока! Let's go beat up some bots! Это вообще какой-то другой чувак? Бравлер, конечно, но совсем другой. Окей, дальше. Это вроде бы Мортис. Если я не ошибаюсь, тогда третий будет Пока. Это легко. Нам сейчас еще дадут несколько секунд подумать, а за это время ты можешь просто взять и успеть поставить лайк. Срочно на него нажимай, потому что время прямо сейчас заканчивается, и ты точно можешь опоздать. Но самое главное, что мы ответили правильно. И здесь нам, походу, сейчас снова покажут озвучку на того самого Бравлера. Выглядит очень необычно. Угадай Бравлера по звуку! Парни, я это сделаю! Слушаем! Блин, а я не знаю! Борис, я думаю, то, что у нас еще есть время подумать! А еще за это время зрители могут успеть поставить лайк, подписаться на канал! И, конечно же, не забудьте подсказать, что же сейчас только что был за боец! Потому что без вас мы точно не справимся! А еще заодно можешь глянуть следующее видео, которое здесь появилось! Нажимай на него скорее!